Повышенные тарифы, как известно, это одно из условий МВФ для получения транша. Ключевые требования – также пенсионная реформа и введение рынка земель. Об этом премьер-министр заявил во время своей рабочей поездки в Винницу. Гройсман напомнил, что Украина согласовала обновленный меморандум с фондом по программе сотрудничества. И норма о повышении пенсионного возраста в нем не относится к обсуждаемой. В то же время глава правительства подчеркнул, что оборот земель должен быть введен в интересах украинцев. А главная цель пенсионной реформы – это построение справедливых условий соцзащиты для пенсионеров.